Госсекретарь США Рекс Тиллерсон может досрочно оставить свой пост. Причина – разногласий с президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, близкие к окружению главы американской дипломатии. Тиллерсон все сильнее сомневается в профессионализме Трампа и считает, что ряд его поступков в последнее время был неподобающим. Также стороны имеют разногласия по таким вопросам, как выстраивание диалога с Ираном и кадровая политика внутри ведомства. Ожидается, что перед уходом госсекретарь попытается реорганизировать госдепартамент.